Это опять я. Скоро 5 часов. Там сейчас полпятого. С мелочью. Иду на линейное программирование. Так что там почитал немножко. Ну, чуть-чуть позанимался. Не так много, но мне кажется, вполне достаточно. Вечером буду. Вечером, завтра днем, утром днем. Reliability готовить, надежность, которую завтра контрошим. Что еще? Ну и все, погодка, конечно, вот этот сделал чуток. Надеюсь, капать не будет. Если даже будет, в общем-то. Ну, в общем-то, проблем быть не должно. Так что, ну, так вот, да потом.